Привет, друзья! Билли Чоу родился в Канаде 24 августа 1958 года. Это гонконгский киноактер и мастер боевых искусств. Активно выступал в кикбоксинге и муай-тай с 1977 по 1992 год. Он является единственным китайцем в истории, который выиграл чемпионат мира по кикбоксингу. Билли выиграл чемпионат Канады по кикбоксингу в легком весе в 1982 году. С 1984 по 1986 год он выигрывал чемпионаты по кикбоксингу в полусреднем весе 3 раза подряд. Прощальный поединок провел 20 ноября 2007 года в возрасте 49 лет. Он уступил решением тайскому бойцу Акарну Санеху. Его итоговый рекорд 45 побед, 32 из которых нокаутом и 8 поражений. В 1985 году Чоу переехал в Гонконг и дебютировал в фильме «Победитель получает все». Также Чоу сыграл элитного вьетнамского солдата в «Восточных кондорах». Там он играл вместе с Саму Хунгом и Юэнем Бяо. Чоу играл злодея в фильмах Джеки Чана «Это драконы навсегда» в 1988 году и «Чудеса» в 1989 году. В 1990 годах Чоу играл в 3 фильмах вместе с Джетом Ли. Это «Кулак легенды» в роли генерала Фудзиты. В 1995 году в роли Конда в степени риска и в 1996 году в роли сотрудника японского посольства в Короле приключений. Чоу сыграл брата Тайгера в «Железной обезьяне» вместе с Донни Йеном. Также сыграл Вонга в фильме «Тайчи боксер» 1996 года вместе с Джеки Ву. После фильма «Дракон в ярости» 2006 года Чоу удалился от актерской карьеры в возрасте 48 лет. Вернулся он в кино в 2018 году. Его пригласили принять участие в фильме «Золотое дело», над которым работали постоянные каскадеры из труппы Джеки Чана. Также сам Джеки здесь выступил одним из продюсеров. В настоящее время Чоу тренирует бойцов в тренажерных залах в Гонконге и в Канаде. Билли заслуживает уважения, что передает свой опыт в профессиональных боях подрастающему поколению. Ставим лайк и подписываемся на канал, чтобы не пропустить следующие видео.